обязательно подписывайся на мой канал и ставь также колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра, ребят. И сегодня мы будем играть вот такую вот крутую игрушку, которая называется, ребятки, GTA Криминальная Россия. Ну что ж, ребят, вот на такой вот машинке. Это у нас что? Это у нас, ребятчики, Москвич. Вот такой вот советский автомобиль. Вот на нем мы с вами сегодня будем кататься. Ну что ж, давайте, ребятки, нажмем на газ. Сейчас слишком, ребятчики, слабый двигатель для того, чтобы подняться на эту гору. Давайте спустимся. Ой-о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 й
самолет. Вау! Мы попали еще не на Запорожье, сейчас перевернулся на следующий город у нас Кричан. Замечательно, автобусов гоняют, ребят. Запорожца реально, ребят, слабый двигатель. Ехать на Запорожье, это, конечно, удовольствие никакого не получает. Так, ребят, и приехали мы в русский район, собственно, на нашем Запорожце. Вот, где можно людей спросить, куда же автомобиль, чтобы не мешать проезжим транспорту. Так, мы приехали на Запорожье. Добрый день, дорогие люди. Скажите, пожалуйста, как мне пройти в библиотеку? Эй, чё, ничего, испугался меня, да? Если ты не скажешь, я тебе сейчас по щам даю. А ну иди сюда. Иди сюда, буду драться, я тебе скажу. Stop touching me, asshole! Я еще и получил от него. А вот какой-то, ребят, из Силюка на тракторе. Вот это расскажу. Все, ребят, мы побили его, потому что он нам не захотел подсказывать, где здесь находится библиотека, где здесь находится магазин. Особенно на нашем Запорожье, ребятки, продолжаем нас. Поедем. Screw you! Ой, полицию подрезал, ребят. Ладно, так вот странно вам не нравится. Ребят, у меня что это такое? У меня багажник поменялся. Что это такое, ребят? Ребят, если вы верите, есть очень такой аэропорт. Находится вот в самой советской 144. Я так думаю, что у нас автовокзал. Сюда можно, ребятки, отправиться. Я так думаю, отсюда можно отправиться любую из стран Советского Союза, я так думаю, да, вот есть, смотрите, таксофоны здесь, в общем, касса и туалет мужской и женский. Но сейчас все это, ребячки, не работает. Я даже не знаю почему. 16.19, в принципе, все это должно сейчас работать. Люди должны там ехать у ребенка. Только посмотрите, какой я тут. Класс. Я там. Стой, стой, батя, стой, 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 стой. Мне уже Запорожец не нужен. Я хочу, ребятки, прокатиться вот на вот такому вот лазе, ребята. Вот. Это автобус, ребята, моей мечты. Вот это да, ребята. Вот это да. Смотрите, ребята, кто... Да, куда же ехать, ребятки? Все, вот это у нас этот кусочек руки. Мы уже, собственно, его объездили. Давайте, ребятки, посмотрим на карту. Ага, я так понял, это такой поселок. Да, отсюда мы сейчас выйдем. Банк. О, банк, смотрите, ребятки. Давайте не паркнем на автобус. Так, ну что ж, там банк зайдем. У ребятки, на улице какой-то дым, то ли туман. Это непонятная вроде вещь такая. Вот мы зайдем в банк за деньгами. Добрый день, а можно взять у вас кредит в банке? А, ребятчики, тут тоже у нас, конечно же, все закрыто. И я даже не знаю, что здесь можно делать. Это у нас продуктовые магазины. Ребят, давайте вылезем на крышу, посмотрим, что там. Так, ребят, ну, в принципе, здесь абсолютно ничего не меняется. Давайте заберем наш автобус и поедем, собственно, дальше. Ну что ж, ребятки, поехали. Ой, ребят, мне кажется, здесь я могу себя с этим сидеть. Сейчас это и посмотрим. Пишет на карте, что это наш дом.
такой вот дворик. Даже есть, ребятки, беседка и мангал, где можно пожарить шашлычок. Ты пока не можешь приобрести эту недвижимость, пишет мне компьютер. А почему не могу-то? Я сейчас код введу на деньги, дорогие друзья. У меня будут денег куча. Смотрите. А нет, ребятки, пока я не могу этот купить, потому что мне, наверное, нужно проходить различные миссии. О, ребятки, там уже полиция приехала, и она меня, надеюсь, не оштрафует, потому что я неправильно вместе припарковался. Так что давайте, ребят, заберем свой автобус и поедем. О, ребятки, вот трамплин. А мы на автобусе, ребят, перескочим или нет? Вау, Запорожец разбили, ребята, что же теперь нам будет? Так, сдаем, ребятки, заднюю. Набираем скорость, ребята, Now you started my Рука, so I stole on it. Come on, move! Dang! О, ребятки, у нас мотор. Так, ребят, нам нужно работать. Нет! Ребята, как так-то? Скажите мне, как так-то? Ну это просто жесть, реально. Это просто, ребятки, жесть. Посмотрите. Так, ребята, а как же отсюда нам выбраться? Здесь не глубоко, да? Автобус на девочки под водой. Так что, в принципе, давайте отсюда будем. А вон лодка приходит, ребят. Я здесь! Спасите, помогите мне, пожалуйста! Поплыла лодка. Дорогие друзья, наверное, давайте на сегодня будем закругляться. Неплохо мы сегодня покатались на разных советских автомобилях. В следующий раз, ребятчики, если вам будет интересно, пишите в комментариях, и что вы хотите, чтобы я сделал в этой игре. Будем продолжать играть в эту игру. Пока-пока, ребяточки. Обязательно подписывайся на мой канал и ставь также колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. Поехали!